Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Graf Tower. И хочу в первую очередь отправиться в свою деревню. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Все сделали, ребята, у меня, я смотрю. Так, я, ребята, нанял, ну, как вы помните, да, футменов, бомберов и катапульты. Катапульты я даже немножко прокачал. Так, давайте глянем, что мы можем с вами еще открыть. Сколько нужно? Так, тут 50 тысяч голды. И нужно 50 древесины и 50 железа. То есть немножечко потерпеть, и мы с вами сможем построить новую построечку. Так, и тут еще, хотя нам, наверное, лучше сделать, знаете что, гильдию героев. Мне вот почему-то кажется, что она будет эффективнее. А что такое манавел? Это, я так понимаю, какой-то колодец манны, да, который нам будет манну давать. А манна нам зачем? Пока не знаю. Так, 38-35, ну, я думаю, что мы пока с вами немножко поиграем, да, и как раз подоспеем к этому моменту. Так, это закроем все. Давай посмотрим, что у нас тут по гемам творится. Так, смотрите внимательно. Я могу что-нибудь пропустить, как всегда, моя невнимательность меня в этом деле подводит. Но, судя по всему, пока я ничего не могу сделать. Да, ничего не могу сделать. Так, и давайте попробуем тогда прокачать, наверное, наши башни боевые. Я вот сюда, кстати, хотел поставить башню, но все-таки ячейка как бы есть, да? И какую вот только не знаю. Давайте... Ага, а я не могу. Хотя, подожди секунду. Я могу, наверное, вот такую поставить, да? Но опять же, ребята, нужно 50 древесины и 50 железа. Не хватает. Все-таки я поставлю себе гильдию героев, а уже потом займемся всем остальным. Ну что, попробуем, наверное... сразиться с волной. Посмотрим, как у нас будет все это работать. Бомберы вот стоят. Вот катапульты, ребята, уже прокачанные. Ну, не на фул, конечно, но тем не менее. Давай посмотрим. 33-я волна. Так. Ой, елки-палки, тут какие-то конники у нас. Давайте поставим автоскилл. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Тихо, тихо. Да посмотри. Вы что творите, ироды? Неужели у нас получилось, ребята? Даже стрелков. Да, мы разобрали. Слушай, шикарно. 33 тысячи мы получили, плюс по 2 древесинки и 2 железа заработали. Так, и гемы сейчас быстренько с вами посмотрим. Так, вижу, вижу цель. Так, 4, да? Вот здесь ускрещиваем, 5. Что они дают у нас? Так, электрическая башня, да, 17 дамага дает. И шторм башня, тоже 17 дамагу. А, давай посмотрим, вот, например, с этой. Так, башня спайк и отравляющий газ. У нас, по-моему, такого нету, да? Или вот это вот отравляющее? Не знаю. В любом случае, лучше мы вот так вот с вами поменяем. Отлично. Как думаете, следующую волну мы с вами подтянем или нет, а? Давай глянем на этот момент эпический. Так, у меня стоит, ребята, автоскилл. Ну, будешь ты применять или нет? Так, тут справились. Воу-воу-воу-воу, стрелки наяривают. Смотри, 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 что происходит, ребят. 33 хп осталось у наших ворот, и тем не менее мы с вами одолели их. Круто, я вам скажу. Так, у нас с вами 100 тысяч уже монет. 100 тысяч, да? Воу, все, пошли строить гильдию героев. Да-да-да, именно ее я хочу. Блин, тут нужно 150 тысяч, елки-палки. 50 кусков нам нужно еще заработать любыми путями. Так, давай посмотрим, что у нас тут показано в башне. То есть я могу... могу улучшить. Ну, давай мы предположим. Ребят, я, с вашего позволения, наверное, все-таки ветряную башню, да, шторм башня она называется. Даже торнадо башня. Ага, если мы сейчас будем с вами тратить голду, нам еще дольше придется ждать. Тогда придется потерпеть. Давай-ка посмотрим, что у нас по гемам. По гемам у нас, по-моему, все четенько. Так, а что он... А, ну это мы с вами убирали, поэтому нет смысла, наверное, ставить. Мне сказали, что... вот это вот черный гем, он прикольный, потому что он прибавляет дамаг для всех, ребята, башен, независимо. Какая это башня? Так, а что такое Build Tower? Ага, они мне говорят, что я могу себе сделать башню и, конечно же, ее поставить. Самое... Ага, вот, по-моему, ребята, Spike Tower. Да, это, я так понимаю, шипы ядовитые, которые будут травить врагов.
А вот это что? А это у нас замедляет врагов на 50%, но на 3 секунды. Ну, 3 секунды, судя по тому, как здесь ребята разворачиваются, у нас бой довольно шустро и быстро, вы сами это видели. 3 секунды — это хорошо. Так, попробуем, ребят, еще разочек с вами здесь отразить атаку. Нам нужны деньги. Нам нужны, ребята, деньги. Големы пошли. Голем какой-то мощный, фиолетовый. Да ну хорош, голем, уйди. Оу, воу, 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 разбомбил, ребята. Но, тем не менее, мы с вами получили 21 тысячу голды. И этого все равно мало. И этого все равно мало. Таланты. А вот это уже хорошо. Ну что, давайте, наверное, прокачаем наших маленьких футманов. Или все-таки опыт возьмем. Нет, я думаю, что, наверное, футманов мы с вами лучше прокачаем. Так, у них на 0,25% прибавляется к скорости движения. Ладно, сделаем это дело. В следующий раз на 0,5%. Угу, даже вот так вот. А у нас по башням что, ребята? А, ну это огненная башня и метеоритная башня. Только к ним будет прибавка идти. Хорошо, давай попробуем еще разочек с вами одолеть. Попробуем одолеть. Хоба! Ждем, ждем этого противного голема, который сейчас должен появиться. Вот он идет. Нет, по-моему, ребята, не судьба. Нифига не получается, ты прикинь. Вот так вот расписывают меня по полной программе. Нам еще 10 тысяч нужно заработать денег, чтобы построить гильдию героев. Но опять же, ребят, получится такая фишка. Мы с вами гильдию-то закажем. А сколько она там будет по времени делаться? Вот в чем вопрос. Так, здесь мы с вами скрещиваем. Здесь у нас пока... Вот тут еще можно... Ну и все, пожалуй, да? Пожалуй, пока все. Ладно, давайте попробуем с вами заработать 10 тысяч гемов. Ой, гемов, голды. Дайте я лучше сам, наверное, буду управлять скиллом. Ё-пр-с-т, ты посмотри. Ты посмотри, что они тут. Вау, вот эти стрелки просто имба. Почему я не могу понять, мои футманы бьют голема? Били бы они лучше лучников. Мне кажется, от них такой более серьезный дамаг идет. Ох, ну что ж, давайте построим с вами гильдию героев. Сколько она, интересно, будет делаться? 1 час. 1 час. А могу я как-то ускорить? Нет, по-моему. 1 час будет. Хоть ты тут тресни, но нам в любом случае придется с вами ждать, терпеть. Но, по крайней мере, теперь... Теперь я могу потратить деньги, оставшиеся, на прокачку своих башен. Так, где у меня? Вот, ребята. Давайте попробуем сделать. Если у нас, ребята, накопится 50 древесины и 50 железа, мы с вами построим новую базу. И я, наверное, сделаю вот эту вот, которая замедляет на 50% врага на 3 секунды. Вот эту башню я, наверное, поставлю все-таки. Так, что у нас опять тут по гемам? По гемам все у нас хорошо. Смотрите, ребята. Четвертое. Так, а давай-ка мы... Ага, вот, смотрите, ребята. Кое-что наклевывается. Есть. Так, сколько уже, ребята? Уже 12% дамага дает башни. Хорошо, это меня радует уже. С деньгами, как видите, напряженка. Единственное, что я могу прокачать, например, еще себе тех же самых юнитов. Обычных солдатиков, да? Так, это вот смотрите, ребята. Так, это у нас идет... А, это прокачка идет денежная. А вот здесь уже идет, ребята, прокачка уже конкретная. Как видите, лучники у меня уже вот такие вот. Это посмотрим, ребята. Это далеко не последние. Но вы представляете, 18 рекламы смотреть, чтобы получить дьявольских лучников. Но 85% к урону плюс 4,25 метров к атаке, к дальности. Это, я считаю, вообще имба. А в данный момент у меня... 40% к дамагу всего лишь. То есть, как бы вариант прокачать, и будет все хорошо. А бомберы... А бомберы вообще, ребята, у меня на начальной стадии. Я их даже не прокачал, оказывается. Но тут можно, в принципе, этим заняться. Так что, ребят, давайте-ка я, наверное, прокачаю бомберов. Может быть, даже полностью. И дальше уже будем смотреть, что у нас получится из этого. Ну что, друзья мои, наконец-то я закончил с просмотром рекламы. Как вы видите, катапульту я улучшил полностью. Бомбера я тоже улучшил полностью. И теперь я дошел до лучника Роман Боумен. Давайте его экипируем. Вот такой вот он стал. Но это еще не все, ребят. Тут, смотрите, на самом деле, раз, два,
3... Ой, тут еще целая куча реклам, но, поверьте, уже пошли по 30 секунд рекламы, мне надоело просто их смотреть. Так бы я, конечно, бы всех хотел бы лучиков себе открыть и вот этого вот поставить. Ну да ладно, думаю, что и сейчас должно быть неплохо, тем более у нас с вами есть ресурсы. Давайте-ка мы зайдем в нашу деревушку и посмотрим. Тут 27 минут. Ребят, я 30 минут только лишь смотрел рекламу, вы представляете? Вот так вот. Но есть у нас ресурсы, и поэтому мы можем с вами, кстати, да, купить башню. Вот что. Ну-ка, давайте-ка быстренько мы с вами сейчас посмотрим. Интересно, какую? Я хотел заморозку, но не заморозку, а которая замедляет. Замедляет. Так, подожди-ка, а почему уже... А, вот. Вот, ребят, на 50% на 3 секунды. Давайте мы ее приобретем. А для того, чтобы... Второго уровня нам нужны, опять же, ресурсы, да? А здесь, если сделаем то же самое, да? Не хватает у нас, получается, тут 500 надо. Да, башни, дорогое удовольствие на самом деле. Ну что, давайте ее, наверное, тогда установим сюда. Так. А вот что вот это, интересно, такое, а? Ага, мы прибавляем 0,3 секунды к перезарядке и к атаке. А зачем нам атака, если она у нас просто замедляет, а, на самом деле? Как-то это подозрительно, если честно. Так, мы будем ее ставить или нет сегодня? Да, я вот хочу ее туда поставить. Все, она стоит у нас, ребята. Отлично, теперь остается только лишь ее прокачать. Хотя бы до уровня так 50-го. Хватит у меня голды на это дело все? Давайте проверим. Да, хватит, вполне. Так, полтишок мы ей выставим. Здесь тоже, наверное, полтинчик, да, поставим? Вот так вот. Здесь у нас нормуль, вот здесь вот тоже 50, пускай будет уровень. И здесь тоже 50 уровень. Так, а вот это вот почему у нас не прокачано, а? Кто мне скажет, ребят, голда, все. На исходе дня. Отлично, ну что, давайте проверим теперь, как эти ребятулечки на нас побегут и как мы будем отражать. А ну-ка, должно быть по красоте, по идее. Вы заметили хоть какое-нибудь замедление? Я почему-то не вижу никаких вообще... Они также идут, довольны? Нет, нет, ребята, голем замедлился. И это было видно явно. Так, давай, родные мои. Не подведите меня. Есть, отлично. Так, смотрите, ребят, мы с вами заработали еще 2 деревянных сундука. А будут нам давать какие-нибудь другие сундуки? Не только лишь деревянные, а какие-нибудь покруче. Так, давай посмотрим, что нам из них выпадет. Так, колечко бронзовое выпало. А в этом что нам достанется? Ну-ка, показывай. Копер ринг. Так, и топазы, и алмазы, и так далее, и тому подобное. Слушай, надо идентификацию провести в обязательном порядке. Так. 11% к скоростью воркерсов, да? И 10% к урону всех героев. То есть их паладин, да, у меня получается. Да, ребята. А стоят у меня кольца на 5% всего. Не-не-не-не-не-не-не. Так не пойдет. Давай-ка мы вот это вот колечко поставим. Заменил? Погоди-ка. Так, тут 10% героям, а тут тоже героям. Так, может быть, надо... Подожди, наверное, надо вот так сделать. Мы его убираем, а вот это вот выставляем. Отлично. Так, а вот это что у нас? Автоманна какая-то собирается, это нам не нужно. Шлем, ну, в принципе, ребята, и все. Единственное, что можно нам вот так вот его немножко заточить. О, все, у нас... Проблемы пошли с камнями вот с этими вот фиолетовыми. Так, что, деньги есть? Деньги есть, да? Давай тогда мы вот эту вот башню еще попробуем прокачать. Мне надо до полтинничка, ребята. Не хватило чуть-чуть. Ну что, следующая волна, с вашего позволения, наверное, пойдет. Давайте смотреть, ребят. Так, автоскилл ставлю. Так, хорошо, пока неплохо, ребята. Кто тут у нас будет? Опять голем какой-нибудь побежит или же нет? Ну... Слушай, ну вот сейчас вообще идеально. Смотрите, у нас еще даже очень много было запаса здоровья. Все отлично. Так, левел ап. Давай посмотрим, сколько там у нас еще осталось времени подождать в деревне. 23 минуты, ну как же это все долго. Смотрите, если мы набираем с вами 200 тысяч, мы повысим до 3 уровня наш замок. 200 тысяч, у меня 300... А, 36 тысяч. Все, тогда давайте дальше. Дальше будем драться. Так, нормуль. Пока все довольно неплохо, ребят. Давайте вот это вот все собирать. Ну,
Слушай, ну вообще замечательно. Короче, ребята, здесь есть обычные волны, да? И через какой-то промежуток времени начинается волна с боссом. То есть идет босс, как бы самый главный здесь у них. Так, давай теперь заценим по гемам. Гемы насобирали мы с вами. Так, но маловато будет. Будет, наверное, у нас маловато. Так, вот здесь мы объединяем. Так, смотрим, ребят, внимательно. Тут можно просто что-нибудь да не углядеть. Так, четвертого, да, уровня. У нас пятого стоит. По-моему, пока все. Хорошо. У нас есть... Так, будем, ребята, с вами копить 200 тысяч для того, чтобы мы можем посмотреть рекламку. Так, и мне зачислили. В данный момент у меня 149 тысяч монет. Маловато. Поехали, следующая волна у нас. Блин, я обожаю, ребята, вот эти вот свои башни, которые у меня и замедляют, и торнадо выпускают. Вот единственное, не могу понять, где электричество у нас здесь бомбит. Хотя оно должно быть. Смотрите, опять А, катапульты тут уже, воу. Не-не-не-не-не, не надо, катапульты тут слишком большой дамаг наносят. Это тебе не лучники. Так, 38 тысяч монет нам дали и... Нет, не хватает еще, до сих пор еще не хватает. Но мы можем с вами, смотрите, что сделать. Прокачать. Ну, я пока не буду. Давайте следующую, 39-ю волну. Один из подписчиков написал: Рэй, догоняй меня, я на 150-м уровне. Тебе осталось, говорит, немножко поднапречься. Но, говорит, потом, конечно, пойдет там жесть. И я ему верю, если честно, ребят. Я ему верю, потому что тут уже жесть. Смотри, что катапульты. Нифига их там сколько. Слушайте, интересно, а что против катапульт хорошо действует, а? Какая интересная... Башня их бомбит неплохо. Так, смотрите, ребята, мы можем с вами улучшить до третьего уровня. Да, всего лишь ничего, 12 часов нужно подождать, и будет у нас третий уровень башни. Давай посмотрим, что здесь. Тут нужно 10 тысяч, это мы с вами склад будем расширять. Ага, тут по 24 тысячи. Ну что, я думаю, есть смысл копить, потому что нам нужны еще по одному рабочему. То есть будет 5 из 5, это, по ходу дела, максимальное количество. Теперь меня вот здесь вот озадачивает проблема наша. Что нам можно сделать для того, чтобы подбить эти катапульты? Они противные на самом деле. Даже то, что их моя башня сдувает, они все равно продолжают бомбить. И меня это не устраивает. Так, что у нас тут? Больше ничего нету, да? Скрещивать мы ничего не можем. Просто надо внимательно на ребят смотреть. Еще раз повторю. Все в глазах рябит. Так, деньги. Ну, деньги я пока не буду смотреть. Давайте попробуем... Давайте попробуем еще раз на этой волне. Автоскилл я вырублю и попробую сейчас сам поставить в нужный момент. Да почему вы отвлекаетесь? Вон, вон, катапульты, бомбите катапульты. Ребята, ну куда вы бежите-то? Ну ё-моё, я, ребят, только из-за катапульт и проигрываю. Посмотри, что происходит. Посмотри, что происходит. Ох, ёкалэмэне. Слушай, сложно, очень сложно. Может быть, нам лучников стоит прокачать. Ну, дают они нам какую-то определенную прибавку, но я думаю, что это неощутимо будет, если честно. Так, гемчики, давай вот так вот объединим. Вроде бы пока... Так, вот эти вот тоже объединим. Все, да, получается у нас? Пока да, все. А в чем проблема? Бомберы, лучники и катапульты, они подбивают ближних врагов. А вражеские катапульты стоят вдалеке, понимаешь? Даже вот это вот замедление как-то не особо на них действует. Вообще, я бы сказал, не действует. Ну что, давай еще разок попробуем. Еще разок. Вот, смотри, вот катапульты идут. Вот по ним сейчас только что, ребят, мы попали. Ну тут очень много конников. Слушай, нам нужны герои. С одним героем я не могу справиться. Воу-воу-воу-воу, подошли. Смотри, что происходит, ребят. Есть. Вот сейчас было удачно сыграно. Очень даже удачно. Мы как-то тут разбомбили всех. Мои лучники и мечники переключились на катапульты. И мы разбомбили. Кстати, у нас доступно одно очко таланта. И вот теперь надо подумать. Я, наверное... Так, это против летающих, да? Минус 5 здоровья к летающим монстрам. Опыт. Может быть, опыт нам, ребята? Бонус идет. 15%. Или же все-таки... Но это скорость движения, ребята. 0,5%. Я думаю, что это вообще ни о чем. А вот это что у нас такое? А, мили героев. То есть мой герой будет идти на 0,5 секунд быстрее. Нет, я, наверное, все-таки опыт, ребят.
повысим, полностью прокачаем опыт, а тут уже будет у нас что? Ага, 5% к бонусу к добыче голды. 120 тысяч, слушай, неплохая сумма. Заработали мы с вами денег маленечко. Так, дай-ка я вот сюда перейду и хочу глянуть. Так, это у нас выполнено. То есть я дальше не могу здесь, да, ничего развивать, получается. Левел второй, это максимальный уровень барака. Ага, а вот что я и хотел сделать. Все, ребята, максималка у нас. 5 работяг из 5. То есть все теперь будут трудиться. Можем улучшить себе склад. Давай сделаем. 16 минут нам еще, ребята, остается подождать. И я просто хочу посмотреть, какие там будут герои. Мне посоветовали взять стрелка. Говорят, он очень тебе в дальнейшем пригодится. Хорошо, мы, наверное, с вами это проверим дело, да? Ну, а пока очередной у нас бой. Кстати, 40-я волна, и я думаю, что сейчас будет какой-то босс. По идее, должно быть так. Сейчас проверим, ребят. Ого, застанили. Ой-ой-ой-ой-ой. Оу, катапульт-то сколько... Ёх, коломане, да ну нафиг, хорош. Воу. Тут они меня разбомбили, ребят, даже не поморщились, вы заметили? Вообще, их там целая орда еще была. А мы уже с вами все, сдулись. Хе. Может быть... Что ты, башня, делаешь? Вот скажи мне, пожалуйста, вот что ты делаешь? Я не вижу никакого у тебя эффекта. Просто не вижу. Левел-ап поднимать? А есть ли смысл? Давай-ка мы, наверное... А, ну тут нужно 500 ресурсов. Это очень дорого. Это очень, ребята, дорого. Так, а что у нас делает? Так, ну тут в электрический шок. А вот здесь-то что? Ага, здесь у нас, ребята, гроза. Будет выдавать грозу. Слушай, может быть, нам вместо вот этой вот, вот это поставить, а? Как вы думаете? Это отравляющая башня, а это у нас шиповая башня, да? То есть шипы, получается, будут выдавать. Давай посмотрим по дамагу. Тут больше почему-то дамага, но она у нас прокачана. Поэтому не забывайте, ребята. Она и выдает больше. В данный момент просто показывает, сколько. Остается только лишь, наверное, прокачать. Может быть, вот так вот на 60 уровень и здесь также сделаем. Вот. Не знаю. Как нам это поможет? Так, опять гемы. Все время, ребят, приходится переключаться сюда и смотреть, постоянно контролировать эти гемы, потому что у нас, ну, мало здесь места. Если мы что-то с вами продинамим, то все. А это что у нас такое? Ага, 3 слота дополнительных, если мы посмотрим с вами рекламу. Слушай, ну мне нравится, ребят, лучше смотреть рекламу, чем, как говорится, донатить реальные деньги. Это, в принципе, правильный подход. Ну, не нравится смотреть рекламу, можешь не смотреть. Можешь пыхтеть, стараться как-то сам, своими путями. Но денег можно вообще сюда не вкладывать. И вот это вот мне нравится. Потому что немногие, например, ребята, дети могут позволить себе вкладывать деньги в игру, да? А играть-то хочется. Эть! В принципе, ребята, справились со всеми, кроме катапульт. Кроме катапульт не хватает. Слушай, а как мы с вами в тот раз набирали армию? Кто-нибудь помнит? Вот у меня, например, есть вот эти вот футманы, да? Я, например, хочу еще купить себе, например, немножко, ну, юнитов. Как это у нас делается? Ну, это понятно, это у нас герои. Это у нас герои, их тут будет очень много, смотрите. Стрелок, потом какой-то варвар, монах, стрелок, опять же, и ледяной маг. Это все я понял. Вот здесь вот. Фу, погоди-ка, а почему у меня здесь, ребята... А, энд. Энд. А мы можем, например... Хм. Так, вот давай попробуем, ребят. Нет, это не то. Это не то, что я хотел. Как-то выставлять же мы с вами могли в прошлый раз. Я же помню, мы брали с собой героев. Да, покупали их. И выставляли именно на поле боя. Вот сюда вот мы их накликивали. Целую кучу. Вот они в данный момент у меня здесь стоят. Но сейчас почему-то я не могу этого сделать. Так, давай прокачаем, наверное, нашего паладина. Прокачал. 120 тысяч монет. Давай посмотрим. Ну что, деньги я заработал. Давайте, наверное, прокачаем нашего паладина. Хотелось бы, знаете чего, до соточки его догнать. До сотого уровня. И, наверное, было бы прикольно. Так, что у нас? Ну, тут у нас все нормально по талантам. Хорошо. Давайте проверим, как у нас... Зайдет все это. А я вам, кстати, говорил, ребята, 40-й уровень, будьте добры, получите. Как говорится, босс баллиста здесь. Со своими маленькими вот такими вот баллисточками.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, раскромсали. Ну как же у них это быстро получается, а? Очень быстро, я ничего не могу сделать. Единственное, что может быть... Может быть, у нас с вами слишком мало здоровья на вратах, поэтому их надо прокачивать, а? И мне кажется, что вот эти вот бомберы, они не достают до них. У них слишком маленький, наверное, радиус атаки. Так, что у нас тут есть? Что-нибудь такое превосходное? По-моему, пока нету, да? Ничего мы с вами объединить не можем существенного. Ладно. Что же делать-то тогда будет? Надо нам зарабатывать деньги или же ждать, когда у нас через 11 минут построится гильдия героев. Оттуда уже плясать. Оттуда уже будем плясать. Так, а если мы дальше посмотрим, что нужно, ребята? 50 тысяч для того, чтобы мы могли с вами построить колодец манны. Слушай, а почему мы с вами этого не делаем? 50 тысяч не такая уж и большая сумма. Мне за одну рекламу просмотр дают по 120 тысяч. Так что давайте, наверное, мы сейчас заработаем маленечко денег с вами и поставим этот колодец манны. Вот жалко, что я не могу еще, ребята, прокачать вот этот скилл. Ведь хотелось бы. Он у меня, получается, 3-го уровня, так? 3-го уровня. Или 3 маны стоит. Нет, скорее всего, это 3-й уровень, ребят. Мне бы его прокачать, чтобы он дамажил посущественнее. Может быть, дамаг зависит от прокачки нашего паладина, потому что это как бы его спецудар. Во, ребята, 120 тысяч дают, давайте мы посмотрим. Получается, играя в эту игру, ты, ребята, заранее должен знать, что все легко так не будет. В данный момент у нас всего лишь 40-я волна, и мне уже тут прописывают так смачно, что я прям в офиге. Так, давай мы поставим с вами вот этот колодец маны. 30 минут надо будет ждать все это дело. Ладно, подождем, потом посмотрим, что он будет нам делать, этот колодец. Мне так лично очень интересно. Так, здесь у нас пока ничего. Башню улучшить. Отравляющую, может быть, а? Нет, давай-ка мы, наверное, не башню все-таки, а нашего главного... Вот, 100-й уровень у нашего паладина. Он 740 дамага наносит в одно лицо. И можно, в принципе, давай попробовать вот так вот. Но все равно, мне кажется, этого недостаточно. Ребят, этого недостаточно. Поехали. Так. Ну, как сказать. Ну, нормуль пока. Вот вся проблема, ребят, в катапультах. Мои мечники почему-то бегут за конницей. Зачем они это делают, не понимаю. Тут почему-то уже никого нету. Никто не отбивается. Всех расстреляли. И вот это меня раздражает. Давай попробуем, ребят, повышать уровень нашей тогда стене, нашим вратам. Может быть, хоть какой-то от этого будет эффект. Так, давай сделаем вот такой удар. Ты посмотри, слишком много, ребята, конников. Мои мечники все переключаются именно на них, а катапульты никто не трогает, и поэтому они нас расстреливают. Паладин один там в лицо, ребят, смотрите, бьет босса в одно лицо. Ай, чуть-чуть не хватило. Слушай, но был шанс выиграть. Ну-ка, давай-ка мы еще улучшим вот так вот. А что это такое? 30 того и 30 того, понятно. Давай-ка, наверное, еще глянем. Так, 120 тысяч монет нам начислили. Отлично, давай попробуем улучшить наши врата. Конечно, не особая хорошая прокачка идет. И дорого это все самое главное, что очень, ребята, дорого. Так, смотри-ка, у нас есть камушки. Давай объединим. Так, 3-й уровень, да, у нас 5-й стоит максимальный. И все, по-моему, больше пока ничего сделать не могу, да. Хотя нет, вот здесь можно объединить, вот здесь объединяем. И эти у нас пока стоят. Никуда не... Да, никуда они пока не пригодятся. Блин, ну когда там у нас, интересно, ребят, построится гильдия героев? Еще 7 минут, ребят, я уже время тяну, не знаю как. Я уже не знаю, что делать. Можно, в принципе, выключить ненадолго, да, уйти там попить чаю, кофе, вернуться, и уже будет все построено. Можно и так сделать, но мне хочется заработать денег, причем у меня не получается этого. Я зарабатываю и тут же сразу трачу все, абсолютно. И вот у меня немножко берет сомнение по поводу вот этой, ребята, башни. Вот у нас идет самая первая башня, да, она у нас просто стреляется, ну, так понимаю, ядрами обычными. А вот что вот это делает, а? А, ну тут, по-моему, против летающих юнитов, ребята, метеорит. Да, против летающих. Хм. Ну, откроем, предположим, да. 500 бы мне набрать ресурсов, естественно, ребят. Так, нужен тут еще, видите, самоцвет 5-го уровня для того, чтобы прокачать. Ну, в принципе, это логично и справедливо, я думаю. Такие кристаллы у нас уже есть. Ну и за все это время мы, конечно же, еще прокачаем не одну
сотню таких кристаллов. Давайте еще раз попробуем, ребята. Может быть, ну хоть как-нибудь. Уже практически, ребята, было все отлично, все хорошо, все было на пределе. Мы не успели просто с вами забомбить босса, как вы понимаете. Кстати, здесь летающие юниты, вот как раз бы здесь бы метеоритный удар бы нам и пригодился. Нет, не справились. Да что ж такое, там такой наплыв ядер, ребята, в наши врата летит, что я не знаю. Прокачки никакой, этого нету. Гемы. Приходится постоянно переключаться, ребята, контролировать эти гемы на постой. Так, ну что? Сколько там, ребят? 5 минут еще. 5 минут, и все будет у нас хорошо. Так, а чтобы нам поставить с вами форжи, я не знаю, что такое фордж, и лабораторию какую-то, да? Нам нужен третий уровень деревни. Вот что я могу сказать вам. Ох, поехали. Интересно, а у каждого героя будет скилл свой? Например, у стрелка там, да? Если так, то будет, наверное, ребят, прикольно. Давай вот здесь мы попробуем так сделать. Врата, нам нужно укреплять. Да, ребят, нам нужно укреплять врата каким-то образом. Нет, не получается. Нас убивают именно эти чертовы катапульты. Но ведь один же раз практически получилось, да? Может быть, я даже зря прокачиваю врата, а надо мне, например, ну, те же самые катапульты прокачать. Давай попробуем их прокачать маленечко, да? Так, бомберы, вот, и футменов. Это наша основная единица, и давай, наверное, мы... Как бы мне вот этих ребят сюда... А что такое вот это вот, ребят? Вау! 1800... Это что я сейчас сделал, ребят? Все, я понял. Вот про это мне, ребята, писали, да? То есть, в данный момент я всю свою армию преобразовал вот в эти, ребята, камни. Но уровень... А, и уровень упал, ребята. И уровень упал у всех башен. Ё-моё, вот это я, наверное, зря, конечно, сделал. Я так понимаю, и у паладина, и у моего мечника, да? Вот за эти камни. А что, эти камни такие вот существенные для нас? Так, ладно, давай посмотрим, ребята, что у нас тут по гемам получается. Я знаю, что мне теперь армию придется заново клепать. Вот это вот досадно, конечно. Повышать уровень. Ну, ну-ка, подожди, а мне... Да, вот, ребят, смотрите-ка. Ага. Паладина можно вот так вот прокачать еще. Смотрите, как все вначале дешево, ребята, стоит, а? Все дешево стоит. Естественно, мне, наверное, придется прокачать также и обычных своих юнитов, да? Да еще и башни. И башни тоже нужно будет, ребята, заново прокачивать. Но я могу их теперь затачивать. Ты понял? Вот так вот могу их теперь затачивать. Не знаю, что именно дает заточка вот этими камнями. Какое нам преимущество? Но у меня, посмотрите... Вообще никого нету. Лучников нету. Этих у меня нету. Ни катапульт, ничего. Погоди-ка, а я могу это все обратно-то? Ага, все, могу, ребята. Значит, дело только лишь в деньгах получается. А, так нас еще и сбросили на самое-самое, ребят, начало. Но зато ресурсы дают. Слушай, наверное, я зря так сделал, да, сбросил. А может быть, не зря, у нас вторая волна. Я думаю, что до 40-й волны можно будет быстро с вами подняться практически моментально. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Тем более, все равно у нас там пока строится наша база, которая даст нам новых героев. Так, где? Давай лучников полностью всех обратно купим. Так, давай мы купим футменов, бомберов, естественно, ребята, и наши две катапульты. Вот, все, мы, ребята, ну, грубо говоря, нашу армию вернули. Единственное, теперь остается это прокачка. Прокачка башен, прокачка наших солдатиков, юнитов. Так, 1 минута осталась. Давай, ребята, следующая волна, погнали. Ну, тут сейчас все будет изи вообще. На одном дыхании. А вы напишите в комментариях, зря я это сделал или нет. Мне вот интересно знать. Но мне кажется, надо было так сделать, ребят. Во-первых, мы с вами опять же наберем денег, целую кучу. Да? Соответственно, мы с вами сможем прокачаться до 40-й волны. Я думаю, здесь может быть, ну, потребуется нам минут 10, и мы с вами опять туда дойдем. Так, а вот и босс, сосунок, который даже ничего не смог сделать, мы его просто разорвали.
Так, два ящика деревянных мы получили. Это я буду потом уже вскрывать. Пока, ребята, с вами двигаемся в нужном нам направлении. Тут можно автоскилл поставить. Тут можно даже, ребята, знаете, что сделать? Я еще даже проще скажу. Смотрите, смотрите внимательно, что я сейчас сделаю. Я сделаю вот так: автобой и двойное ускорение. И все. Смотрите, и мы с вами вот так вот, таким вот макаром можем до 40-й волны просто за 3 секунды добраться. Смотрите, что происходит. Никаких шансов нету. Соответственно, у нас с вами идет фарм голды, да? У нас идет фарм очков, босс. Босс. Но не забываем, что башни у меня не прокачанные. Это вот единственное, что надо будет делать, это прокачкой заняться. А так все изи. Вообще смачно, ребята. 12-я волна уже. Пока держимся, пока. Погнали далее. Вообще классно. Так, смотрите, ребята, у нас с вами 10 гемов и 2 сундука. Прикольно. Накопление у нас такое идет здесь. Ага, вот и босс, ребята. Скелетик. Еще получаем с вами 2 сундука. То есть получается уже 4 сундука и 15 гемов мы с вами навыбивали там. Так, все, ребят, смотрите, видите, уже немножко мы пасуем, потому что мои башни не справляются. Мои башни не справляются, големы тут прут. Но все равно мы пока держим. 18-я, ребят, волна. Ну вот я вам об этом и говорил, что немного времени нужно потратить для того, чтобы вернуть свою былую мощь. Вот если бы мы были бы где-нибудь на 1000-й волне, тогда, да, я думаю, было бы обидно. Тогда было бы обидно. Ну а сейчас все изи. Мне нравится. Так. Давай. Сдерживаем. Это 20-я волна, ребята. Тут босс. Где? А вот он босс. Босс-стрелок. Но тот он нас разбомбил. И вы прекрасно понимаете, почему. Потому что у нас не прокачаны ни ворота, естественно, ни лучники. Так, погоди секунду. Давай мы перейдем с вами в деревню и посмотрим. Вот. Ёлки-ты-палки. Вот это красота. 150 тысяч стоит у нас Hire Hunter. Давай, наверное, возьмем. Сколько 500 тысяч нужно, чтобы приобрести следующего героя? Да, не густо. Не густо, ребята. Так, и где же мы можем с вами... Вот, вот он. А я могу его вот сюда вот поставить? Е, ребята, я себе взял паладинчика. Ой, паладинчика, стрелка. Давай прокачаем его маленечко. Хотя бы до... Сколько там хватит у нас? До полтинчика дойдет? Нет, не доходит, ребята. Так, и хочу посмотреть, есть... Да, ребята, у него есть тоже суператака своя. Смотрите, сами прекрасно. Какой-то выстрел. Ну, уже намного лучше, уже намного лучше. Смотрите, бомбанули мы этого сосунка. Так, 21-я волна. Слушай, ну когда у тебя целая куча героев будет, то я думаю, тут вообще будет имбово, когда их еще тем более прокачаешь. Фига он выстрел делал, ты видел? Да, он стреляет еще плюс при этом. Как я понимаю, враги отлетают от его выстрела. 23-я волна. До 30-й волны, интересно, мы сможем с вами дойти на одном дыхании или нет? Слушай, прикольно, он стоит, он даже никуда не бегает, ребята. Он просто стоит возле ворот и, во, видели, что делает? Просто с дробаша бамс, и они все отлетают. Ха, вот так вот. Парень не промах, это тебе не паладин, который там бегает за ними, как сосунок. Этот просто стреляет, никуда не отходя. Мне нравится этот герой. Так, давай посмотрим далее. Что у нас тут пойдет? Ой, босс, ребят, где-то босс. Слушай, я что-то даже не увидел. Ну, понятно, они прорвались, естественно, я получил люлей по вратам. И мне нужно врата свои укрепить. Ой, у нас какого уровня был? По-моему, 50-го, да? Лучники, кстати, тоже у нас не улучшенные. Ёлки-палки, сидим там на башне и пыхтим. Также и футманы. 75 тысяч, давай глянем. Так, 75 тысяч мы с вами заработали, поэтому давайте, ребят, улучшать катапульты. Они все у меня были 50-го уровня, да? Кстати, здесь давай до полтинчика его догоним, нашего стрелка. И еще вот так вот маленечко. Ты посмотри, как у него дамаг растет, ребят. Вау, божественно. Круто, мне нравится. Это мы только вот за камни заточили. То же самое можно делать за деньги, но, ребята, за деньги очень медленно идет прокачка. Теперь я понимаю, для чего и что тут нужно. Ёлки-палки, у нас тут...
Так, full написано, да, инвентарь у нас. Инвентарь пополненный забит. Так, давай тогда мы здесь попробуем немножечко разгребстись с этим делом. Так, откроем. Что нам выпадет? Что нам выпадет? Так, меч. Слушай-ка, погоди-ка секунду, ребята, а мы же можем, наверное, нашего персонажа, ну, как бы, одеть, по идее-то. Так ведь у нас происходит. Ну-ка. В данный момент это кто у меня? Или это на всех действует, ребят? Это, наверное, блин, на всех, скорее всего. Или же нет? 250% дамага он наносит, ребята, и отталкивает цель назад. Обалдеть, круто. Интересно, а что делает монах? Как вот? Смотрите, тут еще промоут есть какой-то. Я вот не знаю, пока закрыто это все дело у нас. Ладно, и не забывайте, что, опять же, башни тоже, ребята, не прокачанные. Все это дело можно прокачать. Так, пока нам это не нужно. Давай-ка мы откроем. Мы не откроем пока ничего, вот. Давай тут объединим. Черт, у меня что, только одна ячейка получается свободная. Блин, меня это не устраивает. А, вот, смотрите. Здесь можно сделать так. Смотрим внимательно. Все, да, по-моему. Давай тогда откроем следующий сундук. Следующий сундук дает нам два черных оникса. Два черных оникса мы объединяем здесь. Вот так вот делаем. Вот сюда скрещиваем. Так, четвертого уровня, да, получается у нас. И можем, в принципе, еще открыть один сундук. Давай заценим. А, кольцо и два рубина. Кольцо и два рубина. Два рубина мы вот эти скрещиваем. Так, отлично, отлично. Ребята, вообще шикарно. Метеоритная башня и стрелковая, да? Пушка, короче, будет бомбить. Так, теперь давай еще откроем. Еще откроем, ребят, сундуки. Опа-на, джевелин, копье нам досталось. Ясно. Давай далее посмотрим. Так, тоже копье. Так, а здесь? Кольцо, топаз и оникс. Так, все, у нас места больше нету. Давай скрещивать сюда. Вот сюда скрещивание идет. Так, второго уровня, да? Больше ничего нету, да? Получается так. Ладно, хорошо, давай еще откроем сундук. Посмотрим. Так, бронзовый амулет нам достается. А этот уже не могу, не тянем. Так, сюда. Да елки-палки, и все получается, да? Приплыли. Мы приплыли пока. Так, две ячейки есть, давай посмотрим. Так, а что у нас тут? Елки-палки, идентификация. Давай сделаем. Так, 13% к воротам. И к подземным монстрам минус 6 хп идет. А у нас какая с вами броня стоит? 9. Воу, конечно, надо вот это ставить. 13% к воротам. Вот так мы с вами сделаем. И посмотрим, ребят. А, денег не хватает. Денег не хватает для того, чтобы глянуть. У нас тут, смотрите, амулет есть. И вот у нас амулет. Минус 3% по летающим монстрам. Это, то есть, минус к нам, ребята. То есть мы слабо бьем по летающим монстрам. И не забывайте, что нам нужно с вами накопить 500 тысяч голды для того, чтобы купить следующего, ребята, героя. Давай проверим, как у нас тут сейчас пойдет. Ага, смотри, смотри, смотри. Ползет охламон. Но не тут-то было, мы его одолели. Ха, сосунок. Короче, ребята, через каждые 5 волны идет босс. Вот так вот я могу сказать. Слушай, но стрелок на самом деле хорош. Я не знаю, чем он будет отличаться от лучника, потому что там еще можно будет лучника приобрести. Так, у вас все забито, типа инвентарь полностью, гемы вам больше не начисляются. Это плохо, ребят, поэтому надо нам зайти сейчас и как-то гемы эти укомплектовать. Так, я, по-моему, видел, где-то за рекламу можно увеличить себе ячейки. По-моему, так там было, да, ребята? 3 ячейки за просмотр рекламы. Так. Где-то вот тут вот. Вау. А, так у меня еще и здесь, оказывается, есть. Ёлки ты палки. Если бы я знал, что у меня еще есть второй лист. Теперь-то все понятно, господи. А я все в одном листочке там шуршал. Ну, совсем другое дело. Сейчас тогда мы с вами быстренько что-нибудь наварганим здесь.
Так, давай посмотрим. Так, вот эти вот мы объединяем. Вот здесь вот так сделаем. Этот сюда вместе с этим. Тут вот так. А, подожди, елки-палки, это третьего уровня. Так, вот эти вот сюда сделаем. Смотрим, ребят, внимательно, чтобы все это дело не упустить, не прозевакать. Тут у нас третий и вторые уровни. Вторые вот сюда объединяются. Третий вот сюда, четвертый так, пятый вот так. Отлично. Так, второй вот сюда идет. Вместе вот с этим объединяем. Вот так сделаем. Вот так, сюда. Четвертый, да, уровень уже получается. Четвертый уровень. Сюда и вот так. Опа, оп. Слушай, ну совсем другое дело, да? Ага, смотрите, ребята, если мы посмотрим с вами рекламу, я так понимаю, нам откроется еще лист, да? Ну что, друзья мои, поздравляю, у нас теперь еще доступен один лист. Если мы посмотрим с вами еще две рекламы, еще листик откроется. И так до 5 листочков, до 5 ячеек у нас, ребята. Слушай, ну это классно. Это, конечно, великолепно, потому что на самом деле здесь нужно очень много... Ох ты! Брошка, ребята, нам бронзовая. Такого не было доселе. Так, давай смотреть дальше. Так, перчаточки, топазы, это все понятно. Последний сундук открываем. И нам выпадает из него... Вау! Железная кепка. Ну, шляпа, шапка. Давай посмотрим, ребята. У нас вообще нет. Что она делает? Ее, наверное, еще идентифицировать, наверное, надо, да? Ее, наверное, еще надо будет... Нет. Так, 0.5 к атаке всех стрелков, да? Героев. Понятно. Нет, пока не будем мы, ребята, ее ставить. Фу, ну что, наверное, сделаем с вами заключительный бой на сегодняшнюю серию. Посмотрим, как у нас все это дело пойдет. И будем закругляться, ребята. Увидимся уже, как говорится, в следующей серии. Как же стрелок-то меня радует, а? Ну, красавец, просто красавец. Просто рвет он всех тут. Отлично. 29 тысяч получаем за один бой. Соответственно, ребята, 10 боев это 290 тысяч. В данный момент у нас 148 тысяч. То есть 500 тысяч здесь для нас, в принципе, никакой проблемы не будет заработать и открыть очередного, ребята, героя. А следующего я не знаю даже, кого и взять-то. Соблазн слишком... Что? Ага, в следующем обновлении, ребята, огненный маг появится и прист будет. То есть, я так понимаю, игра обновляется постепенно, да? Эх, ладно, ребята, а мы пока давайте с вами проголосуем, кого нам в этой игре открывать следующего. Варвара, стрелка или мага льда, или же монаха. Буду ждать ваших предложений. Ну а на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.